Обсуждение условий Брексита входит в финальную стадию. Об этом сообщил главный переговорщик Еврокомиссии Мишель Барние. Он заявил, что вариант под названием «жесткий Брексит» отложен в сторону, но в то же время политик признает, что к этому сценарию тоже нужно быть готовыми. Британский министр по вопросам Брексита Доминик Раб настроен более оптимистично. Нам еще есть что обсуждать. У нас состоялся откровенный разговор. Мы чувствуем, что смогли показать свои амбиции, энергию и прагматизм. Я знаю, насколько Мишель предан идее достичь соглашения. Я уверен, что если обе стороны продемонстрируют прагматизм, амбиции и энергию, то в октябре мы заключим сделку. Одним из главных камней преткновения остается вопрос о границе между Республикой Ирландии и Северной Ирландией. Брюссель настаивает на том, чтобы Белфаст сохранил членство в таможенном союзе и доступ к единому европейскому рынку. Но премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство не согласится на создание новой границы внутри Соединенного Королевства. Мы договорились, что с этого момента Евросоюз и Великобритания непрерывно будут вести переговоры. Как я уже отмечал в июле, в обсуждении вопросов, касающихся внешней политики и безопасности, мы продвинулись намного дальше, чем в обсуждении экономических отношений. Времени остается все меньше. Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта следующего года. Но Мишель Барнье заявил, что соглашение должно быть достигнуто максимум к началу ноября.